Вооруженные силы французской армии нанесли авиационные удары по объектам Исламского государства в городе Ракка. В операции были задействованы два истребителя «Мираж-2000». К ним присоединились четыре истребителя «Рафаэль». Атака происходила с авианосца «Шарль де Голь». Его команда состоит из 18 истребителей, 8 сверхзвуковых палубных штурмовиков, 2 палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения, а также 2000 моряков, летчиков и механиков. Миссия авианосца продлится по меньшей мере 4 месяца. Франция активизировала атаки Исламского государства в Сирии после серии терактов в столице страны. Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд пришли к согласию по проведению совместной антитеррористической операции в Сирии. Дальнейшее сотрудничество в этом вопросе главы государств обсудят 26 ноября.